Мы решили разделить государственные дела на разные части. На сцене Ставропольского театра драмы 1802 год. Именно тогда император Александр I подписал манифест об образовании Министерства финансов России. И вот ведомство отмечает свой уже 220-й день рождения. Для нас очень важно, что финансы – это командная игра, потому что от качества работы одного из подразделений зависит качество работы в целом, качество составления бюджета, дальнейшего исполнения. И финансисты, люди очень творческие, подходящие к своей работе с неравнодушием. Они видят за цифрами нужды и заботы людей. Именно специалистам Минфина принадлежит ведущая роль в формировании и исполнении бюджета. С профессиональным праздником краевое ведомство поздравил и министр финансов страны Антон Силуанов. На церемонии также наградили лучших работников сферы. Удачно получился и год. Значит, мы не думали, что просядет экономика. Она наоборот на 30% доходы выросли по сравнению с прошлым годом. Ну и, конечно, эти деньги направятся на экономические сложные вопросы, те, которые примет решение губернатор, ну и, наверное, все министерства. Я надеюсь, что финансы Ставропольского края в надежных руках. А с днем финансиста всех работников поздравляют и Виктория Шкальная, и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.